Когда лифту в доме исполняется 25 лет, его заменяют. Новая кабина оснащена всем необходимым оборудованием. И самое главное, он бесшумный и быстрый. Скорость подъема 1 метр в секунду. В доме номер 9 по Жуковскому проезду уже заменены 3 пассажирских лифта. В данный момент идет монтаж грузовых. Лифты, в отличие от которых стояли релейных, здесь уже электронные лифты стоят. И более их ремонтно пригодные. Срок службы, согласно технического регламента безопасности лифтов, назначенный срок, составляет 25 лет лифтов. После 25 лет лифты заменяются. Новые кабины впечатляют цветным дисплеем, где отображаются номера этажей, кнопочной панелью, отделанной шлифованной нержавеющей сталью. Особую эстетику добавляет необычный дизайн светильников. На высшем уровне и система безопасности. Главное – соблюдать правила. Грузовой лифт рассчитан на подъем не более 630 килограммов, а в пассажирском могут подниматься не более 5 человек. Данные лифты – производство «Нижегород Лифтмаш». Современные, надежные, комфортные по поездке. Самое главное, отвечают всем требованиям безопасности техрегламента Таможенного союза. Работа по замене лифтов заняла у специалистов около 2 месяцев. Жители дома отмечают, что особых неудобств процесс не доставил. Я просто люблю пешочком пройтись. Вот. Ну, на лифте только вверх ездят. Тем более, как рассказывает школьница Дарья, заменить лифты было необходимо, так как аварийные ситуации стали происходить в их доме довольно часто. Иногда в лифте застревали, а так больше ничего особо такого не было. А вы застревали в лифте? Да, было пару раз. В прошлом году по губернаторской программе капитального ремонта в округе было заменено 26 лифтов. В этом году запланировано заменить 8. В ближайшее время пройдут работы по монтажу 2 грузоподъемников в доме номер 7 по Советскому проезду. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.